Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған көші-қон саясатының жаңа концепциясының жобасы елбасының тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді. Жаңа жоба халықаралық тәжірибеге бірінші кезекте жақын келешекте Қазақстан құрамына кіруді жоспарлап отырған экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің тәжірибесіне сүйене отырып көші-қон үдерісін ырықтандыру тәсілдерін ендіруді көздейді. Дәлірек айтсақ, сыртқы, ішкі және этникалық көші-қонды бір-біріне өзара тәуелдете отырып, көші-қон саясатының жүйелілігін қамтамасыз ету бағыттары белгіленді. Бүгінгі таңда көші-қон саясатының тұжырымдамалық негіздерін кеңейтуді талап ететін алғы шарттардың бірі, ол еліміздің үлкен транзитті көші-қон торабына айналуы болса, ал екіншісі осы үдерістен немесе трендтен күтілетін ішкі және сыртқы сын-қатерлерде болып отыр. Тек соңғы 5 жылда келген шетелдік азаматтардың ішінде шамамен 300 мыңға жуық қызмет бабымен келген болса, ал 204 мыңы тарихи отанына оралған қандастарымызды құрап отыр. Сонымен бірге ел ішіндегі халықтың көші-қондық белсенділігі де қарқын алып келеді. Есепті кезеңде оның көлемі 2 есеге өсті. Уважаемый Бахтиян Абдирович, предлагаемый проект концепции миграционной политики подготовлен с учетом текущей ситуации мировой экономики и возможных долгосрочных вызовов перед страной. Разрешите вкратце остановиться на них. Демографические дисбалансы. В условиях сохранения текущих демографических тенденций население южных регионов к 2050 году увеличится на 5,2 миллиона человек, а плотность расселения в них будет практически в 4 раза превышать аналогичный показатель в северных областях. Сегодня в южных регионах, без учета города Алматы, проживает 38% населения, а в то время их доля в валовом региональном продукте составляет лишь 17%. В северных регионах на 29% населения приходится 25% валового регионального продукта. Имеются дисбалансы и производительности труда. Так, в южных регионах с наивысшей концентрацией населения самая низкая производительность, в северных регионах с низкой плотностью уровень производительности выше. В ближайшие 5 лет будет наблюдаться также замедление притока новых работников. Это последствия демографической ситуации начала 90-х годов и связанное с этим сокращение предложения на рынке труда. С учетом обозначенных проблем, основными стратегическими целями концепции определены улучшение демографической и экономической сбалансированности регионов страны, формирование открытого рынка квалифицированных специалистов на основе использования и временной, и долгосрочной миграции, обеспечение национальной безопасности страны в контексте угроз, ассоциирующихся с миграцией. Все эти три стратегии являются взаимозависимыми и будут составлять содержательную основу регулирования внешней, внутренней и этнической миграции, обеспечивая системность миграционной политики. При этом подходы по совершенствованию регулирования внешней миграции будут включать меры, принятые с начала текущего года в рамках реализации плана нации 100 конкретных шагов и дополнительные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата страны. С 1 января текущего года в целях устранения имеющихся препятствий при привлечении иностранной рабочей силы внедрен упрощенный порядок получения разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов, внедрен принцип свободного перемещения сотрудников для транснациональных корпораций, система квотирования переформатирована на отраслевой формат, введена платность разрешений. В результате квота стала использоваться эффективнее, уже в августе ее наполняемость составила 47%. С начала года местными исполнительными органами выдано более 19 тысяч платных разрешений на сумму 6,5 миллиардов тенге, которые могут быть использованы местными исполнительными органами на обучение национальных кадров. В определении дальнейшей стратегии развития миграционной политики нами использован опыт стран ОИСР, где преимущественно используется долгосрочная миграция. Это позволяет привлекать квалифицированных специалистов в инновационные сектора экономики. Полагаем, сочетание временной и долгосрочной миграции и в наших условиях будет результативное. Для этого предлагается применять 3 вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое – разрешение до 1 года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно распространяется на сезонных иностранных работников и трудовых иммигрантов, работающих у физических лиц с ограничением по возрасту, то есть не младше 18 лет, и сохранением уплаты сбора.
Второе разрешение до 3 лет квалифицированным иностранным работникам на участие в реализации приоритетных для страны проектов. То есть разрешение может выдаваться сразу на 3 года в зависимости от характера реализуемых проектов вместо нынешнего 1 года, пролонгируемого ежегодно. Третье разрешение квалифицированным иностранным специалистам на профессиональную деятельность для реализации долгосрочных проектов. Это система справок, которая была введена в текущем году. В рамках концепции предлагается расширить срок действия данных справок с 3 месяца по действующему порядку до 3 лет. То есть справка о соответствии квалификации навыков и умений работника установленным требованиям будет иметь силу до 3 лет, и в течение 3 лет он может трудоустроиться в Казахстане. Эти меры будут сопровождаться также реализацией общенациональной программы повышения квалификации в целях замещения в дальнейшем иностранных специалистов национальными кадрами. Ключевые тренды внутренней миграции в мире включают 3 вида. Политическая миграция, вызванная политическими мотивами, экономическая – перемещение населения в центр экономического роста, и индустриальная или трудовая миграция – перемещение населения для работы на крупных долгосрочных проектах. В Казахстане имеют место миграция из села в город, которая протекает в условиях урбанизации, и добровольное переселение с юга на север в соответствии с правительственной программой занятости. Для управления внутренней миграцией в проекте концепции предусматривается, во-первых, определение долгосрочных точек экономического роста и связанный с этим спрос на трудовые ресурсы. К ним следует отнести агломерации, это города Астана, Алматы, Шымкент, Актюбе, крупные города – региональный центр экономического роста, где реализуются крупные проекты странового или регионального значения, приграничные территории, имеющие перспективы развития. Во-вторых, установление региональных квот в соответствии со складывающимися спросом на трудовые ресурсы в точках развития. В-третьих, дифференциация потока внутренних мигрантов на основе спроса работодателей с применением стимулирующих квот переселения. И в-четвертых, предоставление государственной поддержки для граждан, переселяющихся из трудоизбыточных регионов путем, во-первых, сохранения субсидий переселенцам на переезд или так называемые подъемные, выплачиваемые на каждого члена семьи. Второе, предоставление субсидий семье для оплаты найма жилья в течение 12 месяцев. При этом при возможности выкупа жилья на вторичном рынке годовая сумма субсидий на аренду жилья может быть выплачена единовременно. Третье. Предоставление жилищных займов через систему жилищно-строительных сбережений посредством введения жилищных сертификатов. Механизм его таков. 50% стоимости жилищного сертификата будут предоставляться местными исполнительными органами. Оставшиеся 50% переселенец, как выше сказали, может покрыть за счет субсидий, предоставляемых с республиканского бюджета, ежемесячно или единовременно. При этом жилищный сертификат может быть использован в зависимости от стоимости жилья, либо для приобретения жилья, либо для первоначального взноса для получения займа. Четвертое – предоставление переселенцам земельных участков для ведения огородничества, коммерческих целей и земель сельхозназначения на праве безвозмездного пользования с определением объемов, возможных для их выделения без конкурса. Также предлагается предоставить право местным исполнительным органам дать субсидии работодателям при условии принятия ими на постоянную работу не менее 5 работников на 3 года с решением вопросов их обустройства. Реализация этих мер, полагаем, должна повысить территориальную мобильность трудовых ресурсов и рациональное расселение граждан в соответствии с потребностями экономики. Концепцияның негізгі бағыттарының бірі этникалық көші-қон. Этникалық қазақтардың қайта оралуына, бейімделуіне және кірігуіне келтіретін бірнеше проблемалар өткен жылдан бастап күшін енген заң аясында өз шешімін тапты. Атап айтсақ, этникалық қазақтарға оралман мәртебесін қоныстану аймағына қарамастан 1 жыл мерзімге берілу, олардың Қазақстан Республикасы азаматтығын алу мерзімі 4 жылдан 1 жылға қысқартылды. Оларды ұсынды қоныстандыру мақсатында қосымша еңбек ресурстарын қажет етін аймақтарға жолдау шаралары қабылданды. Нәтижесінде өткен жыл елімізге 16,5 мың оралмандар отбасы көшіп келді. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 8,5 есеге көп. Бүгінгі концепция жобасында біз мемлекет басшысының дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында берген тапсырмаларын қарастырдық.
Оған сәйкес, этникалық қазақтарды тек көшіріп алу мәселесін ғана қарастырмай, сонымен бірге олардың әлеуетін тұрғылықты жерінде қалдыра отырып, пайдалану мүмкіндігі ұсынылды. Осы мақсатта шетелде тұратын этникалық қазақтармен байланыстың қарқынын күшейту көзделуде. Бұл үшін дүниежүзі қазақтары қауымдастығы олардың тұрғылықты жерінде мәдени орталықтар құруына ықпал жасап, олардың бір-бірімен және Қазақстанмен тығыз қарым-қатынасын ұйымдастыратын болады. Шетелде тұрып жатқан этникалық қазақтарды, оның ішінде білікті мамандар мен жетістікке жеткен азаматтарды тарту жұмысын мақсатты сипатта жүргізу үшін жеке электрондық дерекқор жасау қарастырылып отыр. Жоғары білікті этникалық қазақтарға уақытша жұмысқа келу мүмкіндігін беру үшін жұмыс берушілерге рұқсатты жеңілдетілген тәртіппен тегін беру тетігі қарастырылды. Сонымен бірге үкімет айқындаған солтүстік өңірлерде қоныс аударушыларды бейімдеу, кіріктіру қызметін көрсететін орталықтар құру немесе қазіргі жұмыспен қамту орталықтарының функциясын кеңейту ұсынылып отыр. Елімізде іске асырылып жатқан көші-қон саясатын және оның тетіктерін сыртта жүрген қандас бауырларымызға толыққанды және уақытылы жеткізу мақсатында шетелдегі біздің елшіліктер арқылы белсенді ақпараттандыру жұмысын жүргізуде қарастырылды. Құрметті Бақшан Әбдірұлы, концепция жобасында көші-қон жүйелігін күшейту мақсатында осындай тетіктер қарастырылып отыр. Олар Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру стратегиясымен сәйкестендірілген жаңа көші-қон саясатын қалыптастыру үшін бастапқы қадамдар болуы тиіс.